Год назад педагог начальной школы номер 2 Асем Жунусова получила комнату в муниципальной квартире в поселке Ленинский. До этого ей с двумя детьми приходилось снимать жилье, что сильно било по семейному бюджету. Когда заехали, столкнулись с новыми проблемами. Здесь не функционировала газовая плита. Мы готовили еду на электрической плите. Соответственно, так как у меня маленькие несовершеннолетние дети, они часто остаются дома одни, и эксплуатация была очень сложной. На маленькой электрической плитке Асем готовила около полугода. Когда пришла в негодность еще и входная дверь, она решила обратиться в администрацию района за помощью. Заявление приняли, обещали рассмотреть в течение 3 рабочих дней. Очень в кратчайшие сроки мне перезвонил помощник депутата партии «Единая Россия», и предложили свою помощь. В результате обследования оборудования газового выяснилось, что плита, которая стоит на кухне, пришла в полную негодность. Этот вопрос взяли на контроль, и к решению данного вопроса подключилась депутат по этому округу Ирина Валентиновна Архангельская. Чтобы это дело не затягивалось, тем более он сам воспитывает 2 детей. Вот. И мы с моим помощником, с моим Захаром Львовичем, быстренько подсуетились, как говорится, и приобрели плиту газовую. И мы поставили ее. Теперь, говорит Асем, готовить стало намного проще, гораздо безопаснее, да и счета за электроэнергию теперь куда меньше. Входную дверь также заменили. Мы благодарны, очень оперативно, очень так все. Да, и вам спасибо, и вам спасибо, что вы активно обращаетесь. Да, что обратились. Самое главное, надо понимать, что при обращении вопросы решаются. Но есть в доме и другие проблемы. В сильные морозы в помещении холодно, из окон дует, а сантехника в ванной постоянно выходит из строя. С этим депутаты партии «Единая Россия» тоже пообещали постараться помочь. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого.